Здесь полным ходом вылетает, залетает. Сейчас даже видел, как два пчела, одну пчелку вытянули, упали вниз и там подрались с ним. У них среди них еще идет какая-то драка, какие-то разборки. Это целая история. Как красиво здесь. На воде много сидят. Там летают. Ого, какой-то здоровая пчела, смотрите. Он хочет внутрь, видите, вот. Какой-то огромный, как трутер, что ли, не пойму. Он зашел внутрь, видели? Да. А здесь пчелки еще охраняют снизу как-то. Наверное, боятся, чтобы снизу кто-то зайдет к нему, кто-то внизу лазит там. Видите, охраняют нижнюю часть. Там трещина, и через трещину охраняют. А стража, видите, как стоит? Уперлись и стоят. Через них проходят пчелы. Сейчас покажу еще лучше картину стражи. Сейчас прямо красота так. Смотрите, сколько страж стоит. Видите? Все стали и все. Вот смотрите, как интересно. Вот они все стоят на страже. Это охрана. Чужих не пустит. Красиво, да? Видите, раненого выкидывает. Он, видите, он приносит. Тащит, тащит, тащит. И выкинет сейчас. Смотрите, с собой тягает, тягает. Или он зацепился, не пускать. О, вдвоем упали. И тут внизу начинается борьба. И она его бросает и улетает потом. Вот, смотрите. Тот зацепился за него и не пускает, видите? Вот, улетел. Начали меня исследовать. Я ухожу. Мне нравится, как здесь солдатики стоят, смотрите. Сквозь них не пройдет никто. Только свои. И жужжат как. Мне больше всех нравятся вот эти солдатики. Вот на этом улике. Смотрите, как красиво они стоят. Вот смотрите, что-то во рту несет. И вынес, выкинуть. Мусор какой-то взял, пчела, и выкинул. Вот это мне нравится, как они здесь прямо стоят, охрана. Так, трутневка сверху. Мед залито между ними. И вижу... И вижу еще расплод, вот аж, это на последнем ранке, вот. С другой стороны, тут чисто медовый, медом залили все, с одной и с другой стороны, вот. Смотрим дальше. Так, здесь у нас что? Только мед. Вот, натаскивают мед, заполняют. И чуть-чуть расплод открытый тут вижу. Вот. Так, идем дальше. Здесь сзади трутневка и расплод идет, видите? Вот. Ну, в принципе, пчелки нормально и медом заполняют еще. Вот я так попробую показать. Трудно, конечно. Вот. Так, здесь у нас. У нас получается 15 рамок. Смотрите, мед идет, трутовка, мед, а потом пошло расплод. Видите? Матку пока не вижу я.
Но, честно говоря, я и не ищу ее. Рамки прямо пчелки хорошо отрабатывают их. Заливают все, молодцы. Хоть и злые, но они вообще не любят ветер. Вот смотрите. Вот, только я чудую, они злятся сразу. Смотрите. Видите? Вот эта семья ветер вообще не любит. Любит тепло, и чтобы сквозняков не было. Получается 15 рамок у нас тут. Смотрим дальше. Вот тут тоже. Вот тут уже мед запечатают они уже. Тут еще сироп. А внизу расплод. Прямо хорошо расплод. На всю рамку почти что идет расплод. И внизу вижу, там трутневки еще делают. Вот, сверху мед. А с этой стороны опять трутневки, расплод. И вот так вот. Вот так, тут смотрю, что-то непонятно, что-то. Бугур какой-то. Вот это что за бугорочек, не пойму. Сейчас попробую на нее наводить. Вот, вот этот бугорочек рядышком, видите, вот, 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 какой-то бугорочек такой непонятный. Здесь уже мед запечатают. Ну, в принципе, работают неплохо. Так, здесь идет также, смотрю. Тоже трутневка, расплод, расплод открытый есть, и до самого низа все забито. Вот так. Смотрим следующий. Тут мед еще. Здесь тоже расплод, все. Вот, вся сетка в расплоде, прямо матка, молодец. Тут и сверху еще и мед запечатают уже. Вот, идем дальше. Так, ребята, посмотрите, сейчас одну пчелу вам покажу, насколько он крупный. Вот пальцем надо его, у нее уже спина отламывается. Вот, вот, где мой палец. Вот, смотрите, вот на этого пчелу. Вот. Видите, вот как он, пол спина уже поломанный, почти что еле идет. Брюшко аж какое. Вот такой крупный он. Что-то кушает сегодня. Все ему мало. Я попробую его сейчас поймать. Но тут тоже расплод много. Попробую на руки взять ее и показать. Эту пчелу. Тут тоже мед. И расплод. То же самое и здесь. Вот такая история. Матку я не вижу, так как я снимаю. Все, отвлекаюсь на съемку. Все, я съемку пока убираю. Я вот здесь хочу показать, если получится. Ну там яички расплод суточный. Тут еще куча яичек, но еще не запечатано. Через пару дней всю эту рамку закроют. Не знаю, видно, не видно. Сейчас попробую свет включить. Смотрите, со светом. Смотрите, трутни какие. Вот большой, видите, за своим трутневыми яйцами переживает. Вот еще один внизу. Вот они тут в основном крутятся. Ну, тут, здесь расплод есть, но как-то так. Это вторая. Вот смотрите, какой трутень. Прямо большой, чистит. Внизу расплод, но мало. Смотрите, нектар принесла. И за ней как бегают, чтобы забрать у нее нектар. Видите? Вот она бегает с ножками, не знает, куда этот нектар сунуть. Да-да-да, аж смешно. Куда-то бегает, думает, куда же ее засунуть. Смотрите, как она радостно крутится, показывает, что я принес. Вот видите, как бегает. И не дает никому этот нектар.
только и бегает по улице. И убежал на другую сторону. Ого, смотрите, какой здоровяк тут. Попробую показать его. Где камера? А, вот она, вот. Вот смотрите его. Вот он, вот, смотрите, я покажу. Какой он здоровый. Трутень какой. Большой. Так, идем дальше. А с нектаром еще одна прибежала. Вот тут, вот, видите, бегает. Вот. Ее задержали. Но никак она с лапки не снимет этот нектар. Ладно, идем дальше. Видите, какой жирненький сидит. Рядом, как назло, никто маленький не идет, чтобы видно было между ним. Вот это трутень. Я сейчас попробую показать, чтобы вышел кто-то маленький. Чтобы разницу почувствовали. Пчелы злятся. Вот смотрите, я ставлю его рядом с простыми пчелами. Смотрите, насколько он больше. Вот. Я его к пчелкам. Вот смотрите. Разницу между ей. Какой он огромный. Упитанный. Так, здесь у нас пошел мед. Смотрите, как хорошо прямо посеяно. Вот, все внизу трутни. Вот, и вверху здесь трутни. А так все посеяно и медом набито. Такая хорошая рамка. Вот. Идем дальше. Смотрите, тоже хорошо, хорошо засеяно рамка. Близко не могу, места мало. Вот тут уже начинают выходить трутни, они им помогают. И вошину начали обтягивать. Вон, видите, молодцы, я им скажу. Вот здесь тихонечко, вот тут начинают собирать. Она сначала вот такая, без ничего. А постепенно, постепенно, смотрите, как они собирают соты. Видите, как красиво они все это строят. А потом туда будут или мед, скорее всего, делают ячейки маленькие, и делают ячейки толстые. Видите, вот есть толстые ячейки, а есть маленькие. Они заранее знают, что им надо делать. Интересно, конечно, за ними понаблюдать, вот это процесс работы. Вот, видите, вот разница, граница, видите, между ними, как они строят.